Двигайтесь равномерно. И снова с руками. Вращайте руками над головой. По кругу. Это движение одно из самых прекрасных в танце живота. Вращаем. Вращаем. Давайте попробуем вращать бедрами, образуя небольшие круги. Ноги вместе и вращаем. По кругу. По кругу. Колени мягче. Позвольте коленям совершать всю работу для инициации вращения. А теперь вращаем в другом направлении, по кругу. Движение идет от колен. И снова двигаются только бедра. По кругу, по кругу. Руки неподвижны. Дышите размеренно. А теперь добавим движение. Шаг, вращение. Шаг, вращение. Шаг, вращение. И назад. Шаг, вращение. Шаг, вращение. Еще одно очень важное упражнение для бедер – толчки бедрами вперед. Перенося вес с одной ноги на другую, толкайте одно бедро вперед, другое, и вперед, и вперед. Старайтесь держать верхнюю часть тела прямо, при этом толкайте бедро вперед, другое. Давайте немного ускорим. Вперед, 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 вперед. В два раза быстрее. А теперь начинаем покачивать. Покачиваем только бедрами. Верхняя часть тела неподвижна. И совсем быстро. Это быстрое покачивание должно быть ритмичным и трепещущим. Остановились, опустили руки, повернулись в полоборота, одна нога полусогнута в колени, стоит на носочке. Начинайте выталкивать бедро вперед, 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 вперед. Используйте колени для покачивания движения бедра. А теперь быстрее. Раз, раз, раз. Если движение слишком трудно для вас, делайте его с удобной для вас скоростью. А теперь с другой стороны. Бедро вперед, 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 вперед.
Вы можете помогать себе опорной ногой. Это наиболее часто используемое движение в египетском танце. А теперь быстрее. Раз, раз, раз. Продолжайте. Это довольно трудное упражнение. Основное движение в египетском танце — шаг вперед и вращение бедром.